Всем привет, сравнение с смартфоном Samsung Galaxy S10 Plus, версия на 8 гигабайт оперативки и 128 гигабайт встроенной памяти, против Apple iPhone 10, версия на 64 гигабайта встроенной памяти. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео, а также сравнить стоимость наличия этих устройств. Что ж, давайте о внешнем виде. Материалы корпуса стекло и металл, спереди и сзади закаленное стекло и металлическая окантовка наших устройств. Сзади тройная камера у Samsung против двойной камеры у iPhone. Также у Samsung находится LED-вспышка и пульсометр, у iPhone, а тут LED-вспышка сзади между камер. Вот. На передней части дисплей диагонали 6,4 дюйма у Samsung Galaxy S10 Plus против 5,8 дюйма у iPhone 10. Фронтальные камеры, датчики и разговорные динамики. У Galaxy S10 Plus фронтальная камера двойная. На левой грани кнопки регулировки громкости, справа кнопка включения, а также на левой грани у Samsung находится смарт-кнопка, у iPhone позвонок для перехода в беззвучный режим. На нижней грани джек для наушников, динамик, микрофон и порт USB Type-C у Samsung, у iPhone порт Lightning, динамики, микрофон, джека для наушников у iPhone 10 нет. Хорошо, примерно сравним их по габаритам. Понятно, дисплей больше у Galaxy, он больше и по габаритам. И теперь давайте включим устройство. Сделаем это одновременно, посмотрим, кто быстрее загрузит систему. Отклик раньше на Galaxy, кнопки зажал я примерно одновременно, но отклик раньше на Galaxy. Ожидаем включения. iPhone чуточку быстрее включился. Так. По дисплеям 6,4 дюйма у Galaxy, Quad HD Plus разрешение 3040 на 1440 точек разрешения, у iPhone Super Retina HD 2436 на 1125 точек. OLED дисплей против динамика AMOLED дисплея, поддерживает по 10 точек касания и закаленное стекло материал дисплея. Хорошо, переходим в синтетический тест Geekbench 4, поговорим о технических характеристиках. Так, открываем Geekbench 4. Операционная система Android 9, оболочка OneUI.1.1 против iOS 12.2. Процессор Apple A11 Bionic, доработан до активности 2,4 ГГц, это 6-ядерный процессор, оперативки 3 ГБ против 8 ГБ оперативной памяти у Galaxy. Процессор Exynos 9820, это 8-ядерный процессор 4 плюс 2 плюс 2 ядра, который работает до активности 1,9, 2,3 и 2,7 ГГц. Вот видеоускоритель Mali J76. Смотрим на результаты тестов в сравнении. Так, 4000. Ну, примерно, да, абсолютно равный результат. То есть считаются они примерно одинаковые по производительности в этом тесте. 10500 и 4200 в однодельном тесте. Хорошо, закрываем Geekbench 4, переходим к следующему тесту. Посмотрим еще на результат Antutu Benchmark. Так, открываем Antutu. 340 тысяч против 240 тысяч. Окей. Тут мощнее считается Samsung Galaxy S10 на 100 тысяч пунктов. То есть значительно. Если в Geekbench 4 показывает равенство этих устройств, то Antutu Benchmark нормально преимущество у Galaxy дает. Хорошо, теперь откроем стандартные браузеры этих устройств. Посмотрим, как они загружают странички в интернете. Открыли сайт Apple.com. Переходим по вот этой вот ссылке одновременно. Кто быстрее ее загрузит? Одновременно загружает устройство, возвращаем назад. iPhone назад возвращает чуть быстрее. Окей. Тут примерно равенство на сайте Apple. Давайте теперь посмотрим еще на сайте Samsung. Открываем Samsung.com. На iPhone он открылся быстрее. Так, перейдем по этой ссылке. Теперь был на Galaxy чуть быстрее. Перейдем по этой ссылке. Galaxy быстрее. Galaxy
Galaxy быстрее. В этот раз был iPhone чуть быстрее. Хорошо, посмотрим еще на сайте Mi.com. Mi.com открываем. Да, Galaxy. Только на сайте Apple работал iPhone быстрее. На других сайтах Galaxy работает быстрее. Да, видим абсолютное преимущество. На других сайтах почти всегда Galaxy загружает странички быстрее или почти одновременно. Хорошо, теперь давайте посмотрим на производительность тяжелой игрушки PubMobile. Так, откроем PubMobile, одновременно посмотрим, кто быстрее загрузит игру. Так, iPhone загрузил игру значительно быстрее. Вот, по графике показываю графику. Графика на максимум на наших устройствах, на самый максимальный доступный уровень. И запустим игру одновременно. Надеемся, что попадем в одной игре, чтобы сравнить скорость загрузки лобби игры. Где лобби игры загрузится быстрее. Скорее всего, что попадемся в одной игре, когда прямо одновременно нажимаем поиск. Да, так и есть, попались в одной игре и видим, что iPhone загрузил игру чуть быстрее. Хорошо, теперь покажу уже сам игровой процесс, загрузку пропущу. Так, загрузилась игра, смотрим на игровой процесс. Смотрим на Galaxy S10 Plus, максимальная графика, максимальная частота кадров, и понятно, что флагман 2019 года будет отлично справляться с этой игрой, так и есть, все супер плавно, все отлично работает, без проблем. Теперь смотрим, как работает на iPhone 10, такой же уровень графики, такой же уровень плавности. Вот, и то же самое, все очень плавно. В общем, игра PubMobile не отличается, будет отличаться только скорость загрузки. Да, мы видели, что на iPhone 10, несмотря на то, что это флагман прошлого года, но игры будут загружаться быстрее, практически все. Какие-то сложные программы быстрее будут работать на iPhone 10, чем на Galaxy S10+. Но качество работы отличаться не будет. Хорошо, идем дальше. Теперь следующий тест, это тест камеры. Давайте поговорим о камере. Так, открываем камеру. У Galaxy S10 Plus основная тройная камера 12+12+16 мегапикселей, фронтальная 10+8 мегапикселей. У iPhone основная 12+12 мегапикселей камера, а фронтальная камера 7 мегапикселей. И теперь я покажу вам прямые снимков на основные камеры этих устройств сравнений. Сейчас можете оценить их качество. Что касается автономности, у этих устройств примерно одинаковая автономность, они могут продержаться на одном зарядке батареи 8-8,5 часов, вот, то есть там на, может в пределах 5%, показатель будет лучше на Galaxy S10+, но в принципе незначительно, то есть они примерно равны по автономности, какого-то явного преимущества из устройств, у кого-то из устройств нет. На этом все, спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на канал Maxi Mobile, комментируйте, ставьте лайки, следите на видео, пока!